Так, Луна. Вернее, какая-то гора на Луне. Кратер. 20.05 по Киеву в Харькове, 25 сентября 2020 год. Снимаем сближение Луны с Юпитером и Сатурном. Начали с Луны. Вот она. Хребет какой-то. Ты видишь, кратер заканчивается. Просто супер красота. Или это не кратер? Так, уменьшаю зум. Дабы посмотреть на наши три участника хит-парада. На наших трех участников хит-парада. Слева вверху, в левом углу, и Сатурн. С правой стороны от Луны чуть выше. Юпитер. Поехали, наверное, к Юпитеру сначала. Там спутнички уже. Плотные слои земной атмосферы ныряют. Ну, в том смысле, что на них приходится смотреть через плотные слои атмосферы Земли. Конечно, до Земли им далеко. 617 миллионов километров. Если быть точным. Ио уже спрятался. Он справа сейчас должен быть. А может, еще чуть торчит пупырышек. Справа. Ладно, от Юпитера. Слева пошел спутник. Европа. Спутник. Он на женского рода, имя Европа. Дальше идет Ганимед. Самый крупный спутник. Он размером с цельный Марс. Кстати, там это Марс должен уже вставать. Ладно. И потом идет Каллисто. Все, все на месте. Поехали к Сатурну. Не будем. Я просто делаю несколько дублей, и потом просто по факту смотрю, что получилось лучше. Разные настройки светочувствительности. Великолепная ночь, ну вернее вечером без ветра. К сожалению, небо в какой-то дымке уже несколько недель. Нету облаков, но дымка. Прямо такие туманоподобные. Небо сизое, серое. Какое угодно, только непрозрачное. Так, Одесса. Ух ты! А что это было? До Сатурна у нас. Что-то у меня так прямо рядом с Сатурном крепенько мелькнуло. До Сатурна у нас 1 417 000 000 километров. Надо же, интересно будет на записи посмотреть. 20.08 по Киеву. Осторожно, камеру не зацепите. То я тут посреди тропы стал. Один 1 417 000 000, по-моему, миллионов километров. Так, и вернемся к Луне. Да, все-таки на низких настройках светочувствительности изображение наиболее четкое. Но не хватает светосилы для того, чтобы снять спутники Галилея, допустим. А до Луны 384 тысячи, по-моему, километров сейчас. Всего-то навсего. Недавно была Луна в Перигее, то есть на ближайшем расстоянии к Земле по своей орбите.
ладушки. Ладушки, где были у бабушки. Еще, наверное, дублик сниму. А пока зафиксируем. 20.10 по Киеву в Харькове, 50-я параллель северной широты, 25 сентября. Говорили, не говорили, не важно.